Сегодня стало известно о еще 34 заболевших коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество заболевших выросло до 40. Двое подросток из Дмитровграда и медсестра из Корсуна уже выздоровели. Тяжелым случаем заболевания врачи считают пока только один. Остальные в удовлетворительном состоянии. Детей среди заболевших нет. На данный момент в инфекционном отделении Центральной городской больницы находится 12 человек. Основная масса заболевших находится в удовлетворительном состоянии, либо вообще не имеет симптомов и обследовались как контактные, поэтому они проходят лечение дома. На настоящий момент в Центральной городской клинической больнице города Ульяновска, предназначенной для лечения таких пациентов, проходит лечение 12 больных. Также основная масса их имеет легкое или среднетяжелое течение заболевания. Лишь у одного пациента имеется достаточно серьезная вирусная пневмония, но ни одного пациента на настоящий момент на искусственной вентиляции легких нет. 5 получают профилактическую респираторную поддержку кислородом. Аппараты искусственной вентиляции легких в лечении больных пока не задействованы. Региональный Минздрав со дня на день ожидает поступления еще 200 аппаратов. По словам врача, регион готов к любому сценарию развития событий. Павел Половов, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ.